Начну выпуск с главных тем. К этому часу парламент Дагестана за Абдулфатаха Амирханова в качестве премьера региона. Депутаты Народного собрания республики на очередной сессии единогласно одобрили его кандидатуру. Напомню, в РИО главы Дагестана Сергей Меликов 7 декабря внес предложение по кандидатуре в РИО председателя правительства региона Абдулфатаха Амирханова в Народное собрание республики для получения согласия на назначение премьер-министром региона. Подробный материал об этом смотрите в наших следующих выпусках.